Ну вот мы с вами добрались и до ужина. На ужин у нас курица с овощами по-гречески. Очень легкий ужин будет. Наливаем немножко масла. Выкладываем курицу. Будем ее обжаривать. Вот смотрите, курица вообще по рецепту здесь может быть и с косточкой. Я просто делаю облегченный такой вариант, более диетический. Вот, а так, конечно, по рецепту там вообще голени или бедра идут. Вот, смотрите сами, что вам больше нравится. Единственное, только что лучше убрать кожу. Хотя в оригинале прям с кожи идет. Все, обжаривается румяной корочки, а потом уже добавляется овощи. Добавляем морской соли. Перчим можно, перец, что-то еще, что вам нравится. И обжариваем, помешивая периодически. Курочка зарумянилась. Здесь добавляем вот так крупно порезанные кабачки. Баклажаны. Баклажаны я просто резу. Не знаю, никогда не буду горчать, ничего. И еще помидоры. Большой один помидор. Так что овощи немножко сверху посолим. Добавим специи. И вот это все мы сейчас закроем крышкой и будем тушить минут 15. Хочу вам показать, что у нас там под крышкой. Видите, курица с овощами. Овощи дали сок, это все тушится. Все очень радостное такое, цвет такой приятный. Скоро уже будет все готово. Перед подачей посыпем с вами зеленью. Можно налить еще бокальчик красного сухого вина. И будет спокойный, вкусный итальянский ужин. Еще минут 5-7 и все. Перекус, обед, ужин и десерт. Надеюсь, вам рецепты понравились. Под видео я оставлю ссылки на все 5 рецептов. Буду очень вам признательна, если вы будете комментировать мои рецепты. Если даже кто-то поделится другими рецептами своими из кабачков, которых сейчас как раз начался сезон, их очень много и в магазине, и на наших грядках. Пишите, присылайте рецепты. Я буду вам очень благодарна. Если мне что-то понравится, я, конечно, приготовлю и дам ссылочку на того человека, который прислал этот рецепт. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.